То есть как возник вариант продолжения карьеры в Гомеле и были ли другие варианты? Да, был один вариант до Гомеля. Я потренировался в одной команде. Не договорились мы там, не понравилось мне. Не сошлись, так сказать, с этой командой. Приехал сюда, начал тренироваться, пообщались с тренером. Как говорится, я все сделал, все, что от меня зависело. Тренерский штаб остался доволен, как я понял. И мне все нравится в команде. Я очень рад, что так сложилось, что я подписал контракт с футбольным клубом «Гомель». Каким прошлый сезон сложился для тебя? Ты провел за Минское «Динамо» 2 матча в основе и еще 12 матчей за дублирующий состав. Как оценишь? Да, сезон прошлый я оцениваю для себя не очень хороший, так как до этого провел год в Белшине, сыграл достаточно матчей. И так сложилось, что получил одну травму зимой, долго восстанавливался, не успел найти себе команду. И летом, когда тоже трансферное окно уже было открыто, опять же, так случилось в том году, неудачно опять получил небольшую травму и не смог уйти. Вот. И поэтому игровая практика в основном была за дубль, но что было, то было. Сейчас Новый год, и я с оптимистом, с хорошими мыслями смотрю вперед и думаю, что в этом будет все гораздо лучше. А как сейчас оценишь свои кондиции? Уже гораздо лучше. Понятно, мы тренируемся. Были одни сборы двухнедельные, потом недельный цикл был по одной тренировке. И вот сейчас мы опять заехали на сборы. Работаем, набираем форму, все хорошо. Ну, ты провел 4 товарищеских матча за Гомель и позади довольно объемный период подготовки. Чем тебе запомнился этот период? Период запомнился тем, что в Гомеле, я бы так сказал, очень хорошие условия для тренировок. Манеж, вот мы проживаем в гостинице, питание, все в порядке. И на то, что мне бросилось в глаза и понравилось, то, что на домашние товарищеские матчи приходят очень много болельщиков и поддерживают, и это очень приятно. У нас ближайшая официальная игра будет как раз с Минским «Динамо». Будет ли эта игра принципиальной для тебя? Я не сказал бы, что она будет для меня принципиальной. Я, как и любой спортсмен, хочу побеждать в каждой игре. Но мне будет очень интересно сыграть с этой командой. В товарищеских матчах ты играл на позиции правого защитника. Это твоя коронная позиция или... Ну, как сказать, коронная, так могу сыграть что справа, что слева в обороне, не принципиально. Главное – приносить пользу команде, стараться на благо команды. И какие ожидания от нового сезона у тебя, лично для себя, может быть? Для себя как можно больше играть, меньше давать нападающим соперника забивать, помогать также нашей группе атаки. И чтобы команда была как можно выше, в каждом матче играть только на победу, мы будем стараться и радовать болельщиков. Ты уже успел адаптироваться в команде? Да, ребята приняли хорошо, некоторых знал заочно. Коллектив хороший, думаю, у нас все получится в этом сезоне, будем все от нас зависящее делать. Спасибо.